Нагус и Мартин Продакшнс представляет. Великие тайны и мифы 20 века. Истории, которые пора узнать миру. Тайна Чернобыля. Это был чей-то дом. Он брошен со всем содержимым. Люди, жившие здесь, не пали жертвою чумы, войны или голода. Их вынудило спасаться бегством самая страшная в истории Земли ядерная катастрофа в Чернобыле, на Украине. 28 апреля 1986 года советскому народу сообщили: на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, поврежден один из реакторов, принимаются меры по преодолению последствий аварии. Советские реакторы считались безопасными, как самовары. В действительности они были опаснее, чем американские аналоги. Советская общественность об этом не знала. Ее политические хозяева говорили: атомные электростанции – это дневные звезды, совершенно безопасны. Мы усеем ими всю нашу землю. Они посеяли зерна разрушения. Оснащенные 1000-мегаваттными реакторами, расположенными вокруг центральной трубы, Чернобыльская станция была самой старой в Советском Союзе. Она расположена в 130 километрах к северу от Киева, столицы Украины. Обслуживало ее тогда 5000 человек. Она не относилась к безаварийной зоне. Сентябрь 82 года. Ошибки операторов привели к разрушению центральной топливной сборки на первом блоке, выброс радиоактивности на промзону и город Припять, а также переоблучение ремонтного персонала во время ликвидации «малого козла», то есть того, что инженеры станции считали мелкими неполадками. Чернобыль пребывал в атмосфере благодушия, а до большой аварии оставался один шаг. Что-то должно было случиться. Четвертый реактор Чернобыля был запущен в 83 году. Бетонный диск толщиной более 3 метров отделял камеру реактора от камеры запасов горючего наверху. Основная часть реактора заполнена кладкой из графитовых блоков, в которые вдвигаются урановые стержни, служащие горючим. Реакция нагревает расположенные рядом водяные трубы, образующийся в них пар вращает турбины станции, создавая электрический ток. В пятницу 25 апреля 1986 года операторы 4-го реактора начали снижать его мощность, готовя к проверке по измерению остаточной энергии, выбега ротора турбогенератора, то есть вращение по инерции после остановки реактора. Но для этой проверки реактор не глушили, а только изолировали. Зато была отключена аварийная защита реактора, чтобы она не остановила автоматически проверку. На первом этапе отключали паровую линию к турбине. Остаточная энергия измерялась до тех пор, пока турбина не останавливалась. Одновременно мощность реактора уменьшалась до 10% его возможности. Его аварийное охлаждение, регулировка мощности и автоматическая остановка были отключены. На этом этапе техники уже работают вслепую. Компьютерные принтеры вскоре покажут, что реактор перегревается, но техники торопились.
Чтобы поднять мощность, контрольные стержни были вынуты, вызвав рост температуры в реакторе и образование опасных газов. Уровень мощности достиг той отметки, на которой при нормальных обстоятельствах аварийная система уже остановила бы реактор. Но аварийная система была отключена. Операторы увидели, что критическая отметка пройдена. Попытавшись снова вдвинуть стержни автоматического регулирования, они спровоцировали громадный скачок мощности. Вспыхнуло пламя. Как только горящее топливо соприкоснулось с охлаждающей жидкостью, произошло три мощных взрыва. На четвертом энергоблоком взлетели горящие куски искры пламя. Это были раскаленные куски ядерного топлива и графита, которые, попав на крышу машинного зала, воспламенили ее битумное покрытие. Ударная волна с белой, как молоко, пылью, с горячим радиоактивным паром, удушающим напором ворвалась в помещение блочного щита управления. Произошло разрушение, расплавление, а затем и испарение ядерного топлива. Около 50 тонн этой гремучей смеси взрывом выбросило в атмосферу и унесло ветром на северо-запад. 70 тонн топлива и 700 тонн радиоактивного графита разлетелись по территории АЭС. Вокруг аварийного блока образовалось мощное радиационное поле. У всех, находившихся там, огнем обжигало внутренности, грудь, возникала резкая сухость в горле, жжение в глазах. Реактор превратился в гигантский ядерный вулкан. Остальные три реактора были остановлены. Огонь сатанел, он пылал 8 дней. Не было даже попытки провести немедленную эвакуацию населения соседнего города Припять, где жили семьи персонала станции. Прошло 36 часов, прежде чем 40 тысяч людей были вывезены караваном автобусов. Чтобы не было паники, в пути не делали остановок. Через 2.5 часа Припять превратился в город-призрак. Противогазы времен Второй мировой войны, портреты вождей, игрушки – все было брошено в попыхах. Как круги по воде, начали распространяться последствия взрыва. Район вокруг Припяти представлял собой малонаселенную лесостепь с деревушками и хуторами. Между Припятью и Чернобылем находилось Киевское водохранилище, наполняемое рекой Припять. Через несколько часов после взрыва смертельный радиоактивный ливень выпал на окрестности и поверхность водохранилища, которая снабжала водой 2.5-миллионное население Киева, третьего по величине города Советского Союза. Радиолюбители всего мира ловили тревожные доклады о величине взрыва и масштабах разрушений. Следящие станции Швеции первыми отметили исключительно высокий уровень ксенона и криптона. Шведы приняли собственные меры. Они также потребовали, чтобы Советы действовали по международным правилам и сообщили правду о том, что произошло в Чернобыле. Русский посол в Лондоне, скрипя сердце, признал несчастный случай. Поступили сообщения, господин посол, что погибло несколько тысяч человек. Это неправда. В день взрыва тяжелые продукты распада распространились на запад, накрыв Польшу. За день осадки 3 раза накрывали громадную часть запада Советского Союза и угрожали Западной Европе. На следующий день были накрыты Скандинавия и Германия. За 10 дней облако покрыло большую часть Европы. К 30 апреля европейские правительства приняли меры по защите здоровья своего населения. Шведы запретили импорт свежего мяса, рыбы и овощей из стран Советского Блока. Высокий уровень радиации был отмечен на дальних расстояниях. В Эйшире, Шотландия,
От высокого уровня радиации сработала предупредительная автосирена атомной станции Хантерстоун. В Норвегии и Финляндии выпавшие осадки представляли угрозу для оленьих пастбищ. В Польше и Киевской области детям и беременным женщинам давали йодистый калий для защиты желез от йода-131, элемента, содержащегося в осадках, который быстро усваивается организмом и вызывает рак и генетические болезни. В Чернобыле уровень радиации внутри зданий вокруг четвертого реактора был так высок, что людям нельзя было в них входить даже в защитных костюмах. Чтобы победить огонь, приходилось бросать мешки с мокрым песком, глину и карбид бора в разверстую пасть реактора. Пошли в ход даже парашюты, в них, как в сумку, клали мешки. Во время этих рейсов пилоты должны были держать вертолет более 4 минут над реактором, получая сильнейшие дозы облучения. Многие из них заболевали прямо в полете. Но смертельно опасная операция продолжалась. На этом этапе альтернативы не было. Подлинно-фронтовые части в кошмарной пляске ядерной войны. Срочно подвозились специальные конструкции и материалы. К месту событий прибывали химические войска советской армии. Эти люди были участниками колоссальной импровизированной спасательной операции. Мало кто из десятков тысяч задействованных рабочих, в основном добровольцев, представлял себе риск, которому они подвергались, принимая участие в этом деле. Тем не менее, они были героями. Команды ликвидаторов, высаживаемые на остатки крыши реактора, могли работать только очень короткие мгновения. Чуть задержишься в этом отравленном месте, и смерть неминуема, как в неправдоподобном фантастическом фильме. Цифры в углу кадра показывают секунды, оставшиеся спасательной команде до эвакуации. Российская аудитория смотрела эти уникальные кадры в прямом эфире. Остается открытым вопрос. Были ли целесообразны эти героические усилия? Некоторые жертвы были, конечно, напрасны во время первой судорожной фазы спасательной и ликвидаторской операции. Пока автороботы действовали на расчистке радиоактивных обломков, оставалась угроза другого взрыва, если бы камера реактора прожгла бетонный пол и соприкоснулась с водой внизу. Инженеры пробили сваркой путь в здание реактора, а затем накачали туда по трубам жидкий азот, чтобы уменьшить температуру под реактором. Вечером 9 мая некоторые остатки графита в реакторе прогорели, образовав полость под материалом, сброшенным в реактор с вертолетов. Зараженная масса из 5000 тонн сыпучих материалов провалилась туда, взметнув огромное облако ядерного пепла. Рост активности ощущался даже за 60 километров. Пепел лег на мертвый город Припять и его окрестности. Опасность, что реактор расплавится, еще оставалась. Под него начали рыть тоннель. Шахтеры из Донбасса работали в условиях, мало отличающихся от первых дней.
для дезактивации и поддержания духа, иногда прикладываясь к спиртному. Чистка продолжалась. Водители получали серьезные дозы облучения от своих собственных автомобилей. Шахтеры в тоннеле под реактором работали круглые сутки. В Припяти смывали зараженную пыль. Водители бульдозеров, защищенные свинцовыми экранами, сгребали тысячи тонн зараженной почвы и обломков. Взрыв собирал урожай первых жертв. Даже самые современные медицинские средства не могли помочь тем, кто получил большую дозу облучения. Миллионы жителей Киева оказались под угрозой. В течение недели после бедствия они покидали город, штурмуя дополнительные поезда, выделенные властями. Уезжали даже на крышах и подножках. На черном рынке цены на билеты взлетели фантастически. Некоторые находили альтернативные виды транспорта. Тем, кто остался, было велено не открывать окна, регулярно протирать полы и почаще мыть волосы, чтобы не заразиться. Школы закрыли, детей отправили по домам. В тот день, когда были закрыты школы, радиоактивное облако вернулось в Киев. Уровень радиации повысился в 300 раз по сравнению с нормами Всемирной организации здравоохранения. В Чернобыле инженеры планировали заключить все еще плавящиеся остатки реактора в колоссальный 20-этажный бетонный саркофаг. Саркофаг в Чернобыле – это как гигантский лейкопластырь, наклеенный на открытую рану. Он прикрывает источник катастрофы, но не может убрать или предупредить долговременные последствия. Разрушение четвертого реактора породило армию экологических беженцев. Почти 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за Чернобыльского взрыва. А те, кто уехал и из 30-километровой зоны, вообще не вернутся сюда. Для стариков часы остановились 26 апреля 1986 года. Некоторые проскользнули обратно. Они прожили здесь всю свою жизнь, они не уезжали никуда во время войны и не хотят уезжать теперь. Три миллиона детей живут сейчас в зараженной зоне размером с Англию, Уэльс и Северную Ирландию вместе взятых. В зараженных районах происходит ощутимое ухудшение здоровья детей. А главное, неизвестно, как все это скажется на них в будущем. Большая забота после Чернобыля – расселение беженцев, восстановление сельского хозяйства, медицинское обслуживание людей в зараженных районах – легла на плечи ныне независимых Украины и Белоруссии. Задача эта выше их ограниченных возможностей. Спасатели гордятся своей работой в Чернобыле, но последствия ужасной апрельской ночи 86 года будут чувствовать на себе еще не родившиеся поколения.
Расследуя причины катастрофы, советские власти быстро свалили вину на руководителей Чернобыля. Некоторых из них отправили в тюрьму. Район вокруг Чернобыля сейчас превращен в огромную лабораторию. Действие радиации на флору и фауну изучается в мельчайших деталях. Основная, скрытая причина катастрофы лежит в самой основе советской системы, где завеса секретности и коррупции снижает стандарты станций, которые западными экспертами признаны опасными в эксплуатации. Но никто не мог предвидеть, что обычный планово-предупредительный ремонт реактора будет проводиться таким образом, что спровоцирует его разрушение. Даже самые безопасные системы могут выйти из строя из-за ошибок или недосмотра людей. Сегодня Чернобыльская станция все еще вырабатывает электроэнергию. Но саркофаг над остатками четвертого реактора выдержит только 25 лет, а он хранит в себе начинку, которая в течение двух веков все еще будет смертельной. Композитор Де Вольф, монтаж Криспин Джулиан, автор сценария Робин Кросс, продюсеры Филипп Нагус и Джонатан Мартин. Фильм озвучен фирмой «СВ-кадр» на тон студии «Мосфильм» по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1997 году.